Добрый день, меня зовут Евгений Назаренко. Я из города Варны, Болгария. Я прочту стихотворение, которое называется «Жатва». В старых часах повернулись ключи, вновь улетаем. Ветер над замком поет, и молчит воронов стая. Значит, опять, словно рожь, убирать душу и тело. Звякнет бокал, тихо скрипнет кровать. Время приспело. Жатва всех нас позовет за собой, дом не удержит. Конь у порога горцует рябой, бледная нежить. Тихо считаем к ступени ступень, дверь открываем. Там, за порогом, пронзительный день легкого мая. Желтой тропинкой песок под ногой, ласточки в небе. Радуга встала дугою тугой, морок и небыль. И растворяясь, уходим туда, в мир без возврата. Тропы за нами не сдержат следа, выгорят даты. Время очнется и спустит курок. Нить оборвется, и кто-то навеки покинет чертог, а кто-то проснется. Спасибо.